Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Для подготовки мероприятий создан штаб, в котором Сибирский федеральный округ представил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Сибирь внесла огромный вклад в победу в этой страшной битве. И глава региона предложил начать тематические мероприятия с 3 ноября, со дня открытия мемориального комплекса «Героям-сибирякам». 200 тысяч сибиряков принимали участие в обороне Сталинграда. Тогда был очень тяжелый момент, переломный момент в истории всей войны. Со Сталинграда начал свой путь Николай Мусолов, в честь которого поставлен памятник в Трептов-парке и у нас. Молодой парень из Кузбасса свою первую награду за оборону Сталинграда он получил в Сталинграде. А боевой путь закончил в центре Берлина своим подвигом. В ходе открытого урока Сергей Цивилев напомнил ребятам, что в 1942 году из Сталинграда, сейчас Волгоград, в Кемерово эвакуировали 394 человека, в том числе 129 детей. Также в Кузбасс перевезли два сталинградских предприятия. Завод номер 221, впоследствии переименованный в Юргинский машиностроительный, и завод номер 91. Оба предприятия занимались выпуском жидкого топлива для оборонной промышленности. Тематические уроки запланированы во всех школах Кузбасса.